Всем привет, мои хорошие, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у меня был целый день готовки. 2 дня мы с сыном клеили обои во времянке, и дети мои все съели, поэтому сегодня покажу, что я готовила. На сегодня у меня меню на день. Так, на первое у меня борщик. Борщик красный со свеклы. Как я его варю, у меня есть на канале. В данном случае я сварила борщик на рульке, на свиной. И добавила сюда блендером взбитые помидоры. Получилось очень вкусно. На второе. Пока готовила, дети уже половину съели. На второе у меня пюре. Пюре у меня пышное. Как его сделать, тоже у меня есть рецептик. Видите, оно воздушное. Так, пюре. Отбивнушечки. Отбивнушечки свиные. Салатик. Потом каждый себе заправляет, чем хочет, сметаной, майонезом. Я пока так покрошила. Здесь у меня болгарский перчик красный, помидоры желтые, красный огурчик. Так, сделала еще паштет из гусиных потрошков. Вот так он выглядит. Это я уже их отварила потрошка, перекрутила через мясорубку, добавила специи и помазала сверху майонезом. Он остынет и будет вкусно. Добавочку к борщику, на хлебушек, само то. Ну и на десерт. Заканчиваются уже у нас яблоки на одной яблоне, поэтому у нас шарлотка. И как раз у меня оставались гусиные яйца. Шарлотка на гусиных яйцах. Вот, и посыпано какао. И компот. Компот из яблок со сливой, грушей. Видите, слива и груша у меня с морозиловки, яблоки еще падают. Еще сахар не успел раствориться. Вот, вот такой он красивый. Так что я наготовила. И сейчас у меня еще размораживается морозильная камера. Думаю, заодно пока готовлю, жарко здесь, устрою разморозку. Вот такое у меня меню на день. Думаю, для вас понравилась идея, кто не знает, что готовить. Думаю, хорошая. Кто-нибудь что-то себе возьмет на заметочку. Ссылочку на пюре и на борщик, как я готовлю. И, кстати, и шарлотка тоже оставлю внизу. Спасибо всем, кто зашел ко мне на канал. Всем пока!